Один грузин, мой знакомый друг. Я его напишу: «Здравствуй, Валикджан». А он скажет: «Ва, как мне нашел, откуда?» Ему будет приятно. Когда ему будет приятно, я буду чувствовать, что мне тоже приятно. Дружба, наверное, такая же загадка человечества, как и любовь. Никто не знает, почему люди, даже разные по характеру, сходятся или, наоборот, не сходятся. Мы решили узнать у жителей города Видное, что они вкладывают в понятие дружбы. У меня один друг. Этот друг, ну, в моем понимании, это тот человек, которому, ну, не нужно там надоедать, там, и он не надоедает тебе. Мы просто дружим, как, когда увидимся, есть кого-то свободный ринг, понимаем друг друга и принимаем его таким, какой он есть на самом деле. То есть со всеми плюсами, минусами, кто как посмотрит. Друг, ну, это человек, который может тебя поддержать в любой момент, в любой ситуации. По крайней мере, я так думаю. А бывает так, что, знаете, дружил-дружил, а потом хлоп, и как отрезало? Вполне такое может быть. Не первый раз мне такое случалось. Сейчас, благо, такого нету. Друзья бывают разными, как-никак. Ну, переживали, наверное, да? Да, сильно. У меня подруга хорошая есть. Ну, дружба – это взаимопомощь, взаимоподдержка. Ну. Вот многих такой вопрос интересует. А бывает дружба между мужчиной и женщиной? Бывает. Я знаю такую дружбу. Что для меня дружба? Да кто его знает? Ну, у меня класс очень дружный. У меня все в классе дружат. Ну скажи, а бывает так, что вы дружили долгое время, а потом хлоп и перестали почему-то дружить? Да, так бывает. И вот, чтобы так не было, надо вот всегда дружить хорошо и, ну, без конфликтов дружить. Ну, мне очень повезло. У меня очень много друзей, которые мне помогают, которые меня поддерживают в тяжелой ситуации. И еще я очень люблю дружить со своим сыном. Вот, например, мы с ним очень большие друзья, поэтому мне кажется, что дружба – это имеет очень огромное значение в жизни каждого человека. Потому что уже ты не один, с тобой всегда есть уже надежные, верные друзья, и поэтому это очень дорогого стоит. Друг, которому доверяешь все, вроде бы. Который тебе доверяет. Вот это друзья. Дружба обычно бывает с детства. Вот это дружба. Когда в тяжелые времена друзья помогают, вот это дружба, я считаю. Так случилось, что мы здесь уже как бы приехали к детям 3 года назад. А все друзья у нас остались там, в Сибири. Но мы постоянно с ними общаемся. И мы поддержку, вот знаете, даже на расстоянии поддержку друзей ощущаешь. Но нам не хватает друзей. Вот такие разнообразные мнения. Дружите, и будет вам счастье. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.